Добрый день! Сегодня хочу рассказать о корпусе для изготовления самодельного пауэрбанка с использованием аккумулятора 18650. Искал недорогой корпус с количеством аккумуляторов больше, чем 4. Вот видите, этот корпус на 5 аккумуляторов. Что я могу сказать? Материал корпуса, сам по себе пластик, достаточно хороший. То есть текстура сверху нанесена, выглядит, ну, вполне хорошо. Сама по себе плата на 3 порта. Единственное, что хочу сказать, что когда ток вырастает до 1 ампера, то напряжение проседает до 4,9 вольта. Ну, как и во всех устройствах, есть фонарик, включается двойным нажатием, ну и показывает, насколько заряжена пауэрбанка в данный момент. В принципе, устройство новое, здесь видно, что изготовлено оно практически год назад, 2016-04-25. Ну, на этом все.